Соціально-еротичний календар, що його готували ініціативні і небайдужі хлопці та дівчата, готовий. Я нагадаю, задля того, щоб календар вийшов у друк, декілька тижнів відбирали 12 дівчат, красунь, розумниць і, головне, активних громадянок. Вони у делікатному вигляді позували перед об'єктивами, аби потім стати дівчатами одного з місяців 2013 року на календарі соціально-еротичного характеру. Анастасія Тодорук знає більше і навіть покаже нам свій готовий проєкт. Вона, власне, його керівник і головний дизайнер. Добрий вечір. Розказуйте, откуда така ідея була? Давайте опишемо, да, може бути, покажемо. Дівчатки зображені на календарі в купальниках. Да? Всі в купальниках, без купальників? Да, в купальниках, тому це не зовсім еротичний, а как бы сексуальний календар. Сексуальний или социальный? Социально-сексуальный. Вот откуда такая идея соединить и как вот социально-эротически можно как-то облечь некие идеи? У нас в городе существует очень много проблем социального характера, коммунальных проблем. И чтобы обратить внимание на эти проблемы, собственно, был выбран самый простой способ донесения – это красота, женская красота. Вот. И каждая девочка, а, собственно, девочки не все модели профессиональные, это были простые девочки местами. Вот. Они каждый представляют... А местами непростые. А местами непростые. Там девочки, обучающиеся в модельной школе, тоже участвовали в этом проекте. Вот. Каждая из них символизирует одну из проблем насущных. Девушки хотели быть... символом проблем или все-таки хотели больше в купальнике побыть на календаре изображенными? Ну, девочки у нас в Украине, собственно, все красивые, а в нашем календаре участвовали еще и социально активные девочки. А девочки знали, какие слоганы будут подписаны вот на странице с их изображением? Ну, там была довольно тематическая фотосессия, поэтому слоганы уже были готовы. Можно посмотреть слоганы? Рассказывайте, кто их придумывал. Придумывали активисты. Я даже не знаю, как показать. Так. Мы сейчас просто зачитаем один из них. Вот активисты какие? Ваши сотрудники? Из молодежной организации К-12. Квест К-12. А идея – это ваша идея? Вы автор и... исполнитель, идеи, да? Были поданы на конкурс, и уже в итоге отобраны 12 идей на каждый месяц членами организации К-12. Ну, «Люби свое тело и тренируйся» – это очень здорово, красивая девушка в хорошей форме. Я не понимаю, какой здесь коммунальный подтекст. Это вот... Там еще не только коммунальные. То есть коммунальные – это проблемы с ЖЭКами наши, собственно, проблемы с отоплением и прочим. Вот. Также он направлен на проблемы молодежи. То есть это проблемы с компьютерной зависимостью, проблемы с зависимостью от телевидения, также тренировки, то есть здоровое тело, многое другое. Там, по-моему, даже были... Вот вы сейчас смотрите. Что же вы так нас не уважаете? Я зачитаю слоган. «Любишь, когда она громко кричит, сделай ее журналисткой». То есть все кричащие девушки обязательно ассоциируются с журналистами? У нее уже есть какие-то задатки. То есть это проблема выбора профессии. Кричат шоумены, журналисты не кричат. А если очень нужно узнать что-то? Тем более, будет кричать, никто не скажет. Ну, вот здесь еще вот за ум взялась, книжки начала читать, знаю, как пройти в библиотеку. Это тоже позыв нашей молодежи, собственно, читать и так далее, развивать свой интеллект. Здесь, в общем-то, понятно. Ради детей сниму с себя последнее. Девушка держит предмет нижней белизны в руках. Девушка... Это вот что обозначает? Это означает благотворительность. Собственно, можно что-то пожертвовать детскому дому. Даже последние иногда. Ага, вот так. Я думала, может быть, вот детей вы так стимулируете рожать. Не совсем. Возможно. Вот это очень замечательно. Сделай наш город таким, чтобы не стыдно было показать. Вот как бы совершенно социально
хорошая подоплека. Что вы будете с этим делать? Как вы будете распространять? Где? Кто увидит этот календарь? Он будет в продаже или вы будете его кому-то дарить? Или... Собственно, вот каким этот календарь образом? Уже есть в сети, его можно скачать и просто распечатать. А такой календарь напечатанный, он будет продаваться по себестоимости, это 50 гривен. Вот, кто захочет, тот сможет его просто купить. Просто в сети магазинов. Да. Девушкам понравились они себе сами? Девушки еще не видели, на самом деле, вы видите, это первую версию напечатанную, что все делалось очень сжатые сроки, и от начала кастинга до готового календаря прошло всего чуть больше 2 недель. А кто-то из коллег, дизайнеров, может быть, представителей администрации, может быть, коммунальных служб, да, к которым вы в том числе здесь обращаетесь, вот видел, была реакция какая-то? Ну, реакция... У всех людей, собственно, разное, но в основном... Например, вот скажите, какая разная, ругают или хвалят? Нет, хвалят, все в основном хвалят, хвалят, да. Хорошо, спасибо, очень такой приятный и с юмором, и серьезным по текстам сюрприз. Желаю вам удачи, чтобы вот принесло это пользу, и ваша идея воплотилась, задуманная. Спасибо за участие в нашей программе. Я еще раз подякую нашей гості за участь у программе. Мы рухаемся далее. Навіть у вік високих